Бега. Это происходит от того, что граждане России хотят вылететь на родину. И все. И все. В основном это граждане России, кто находился в Грузии временно, да, который прибыл в командировки в целях там посещения родственников. И не успели вылететь. И не успели вылететь до известных событий. Да. Алло. Не, шефа, не, потом я. Подарок. Thank you.